Открывая итоговое заседание Совета, Георгий Полтавченко сообщил собравшимся о достигнутых результатах развития промышленного производства, отдельно отметив области, наиболее успешно развивающие свою экономику. Наиболее высокий темп сегодня демонстрируют такие области, как Калужская 144%, Орловская 125%, Брянская 120% и Тверская 116%. Центральный федеральный округ является лидером в отечественной экономике по объему инвестиций в капитал. 35% поступлений в бюджетную систему России, более 43% экспорта обеспечивает ЦФО. Однако и эти темпы можно увеличить. Одним из факторов увеличения доходов и должно стать развитие инноваций в промышленности. Тот потенциал, который есть, должен быть задействован и в первую очередь на высокотехнологичных производствах, на создание инжиниринговых центров, которые бы создавали образцы продукции, которые в дальнейшем переходили на производство, которое расположено у наших соседей в ваших регионах. И это была бы такая естественная цепочка от фундаментальной науки к прикладной науке, к образцам промышленной продукции и далее производство на ваших территориях. Также в этот день состоялась выставка, посвященная инновациям промышленности в ЦФО. Здесь можно реально увидеть то, как внедряется инновация в промышленность Центрального федерального округа. А не надо забывать, что в промышленном отношении наш округ является ведущим в стране. Он дает более 30% всего промышленного производства Российской Федерации. И здесь же можно видеть, как реально на абсолютно рабочем уровне происходит модернизация промышленности нашего Центрального федерального округа. В региональных экспозициях были представлены инвестиционные проекты, высокотехнологическая продукция, научные разработки. Все они без исключения направлены на инновационный прорыв в развитии промышленности. Георгий Полтавченко познакомился с экспозициями каждой области. У стенда Брянщины представителю президента рассказали об инновациях, внедряемых в промышленность региона. Одной из целей выставки, несомненно, являлось приглашение областей к сотрудничеству друг с другом. В Брянской области есть серьезные наработки в сфере машиностроения, дорожного машиностроения. И мы, безусловно, как соседи, пользуемся разработками ученых, инженеров, конструкторов Брянской области. Так же, как я надеюсь, что и брянские предприятия воспользуются разработками смоленских инженеров. И здесь, я думаю, что выиграют от этого все. Брянская область достойно представила свои разработки на инновационной выставке. Николай Денин уверен, что чем больше Брянский край будет участвовать в подобных мероприятиях, тем успешнее будет осуществляться и экономическое развитие области. И вот чем больше мы будем, так сказать, показывать, тем больше мы будем привлекать к себе в том числе и покупателя. Поэтому вот такие выставки, так сказать, они наоборот двигают руководителей предприятий и организаций выпускать вообще тот продукт, который будет потребляться покупателями сегодня. Это и по сегменту цены, и самое главное – качество. У Брянской области есть потенциал, конечно. Потенциал, основанный на предприятиях, которые уже давно развиваются на территории Брянской области. И те предприятия, которые вновь созданные предприятия, инновационные предприятия. Мы видим, что у нас есть точки роста. Мы видим, что предприятия Брянской области будут развиваться. И нам необходимо всем помочь. И найти в том числе и рынки сбыта новой инновационной продукции. Этим мы будем заниматься все вместе. И владельцы предприятий, и власть, и бизнес. Отметили на выставке и значимость промышленной кооперации, необходимость более сплоченного и тесного контакта среди предприятий ЦФО. Несмотря на то, что Москва встретила участников выставки инноваций промышленности обширным снегопадом, многие участники уверены, что это погодное явление ни в коем случае не повлияет на заключение выгодных коммерческих контрактов. Игорь Мерчук, Дмитрий Комаров, события, Москва.